Сажи Сажидов представлен коллективу Минспорта Дагестана в качестве нового руководителя. Указ о назначении был опубликован на сайте правительства 26 марта. В разговоре с коллективом ведомства были отмечены успехи дагестанского спорта, достигнутые при предыдущем руководителе Магомеде Магомедове. Вице-премьер Муслим Телекавов выразил уверенность, что при новом министре победные традиции будут приумножены. Сажид Сажидов – двукратный чемпион мира по вольной борьбе. С 2011 года выходец из Цумадинского района, возглавлял сборную Дагестана. Затем, с 2018 года, он руководил региональной федерацией борьбы.